Илья, с победой. Очень тяжелый матч. Было много моментов возле твоих ворот, но удалось устоять. Поделись, пожалуйста, эмоциями. Спасибо большое. Всех с победой наших болельщиков. Ну, игра тяжелая была, естественно. Обоюдоострая. Я думаю, болельщикам понравилось. А тем более нашим болельщикам понравилось, потому что мы выиграли. И нужно было реабилитироваться за прошлые матчи. Надеюсь, у нас получилось. Насколько психологически тяжело было играть с таким соперником, тем более после нескольких поражений? Да я думаю, для любого спортсмена большая радость играть на таких стадионах с такими соперниками, и тем более выигрывать. Поэтому не тяжело, а наоборот радостно играть. После такой напряженной игры чувствуешь больше воодушевления перед следующим матчем или сейчас вообще нет эмоций никаких? В данный момент ни о чем не думаю. Выиграли. Нужно выдохнуть, всем отдохнуть, завтра выходной и с новыми силами готовиться к будущей игре.